Придумаю, может, и серый сделаю, но... И как? Расскажи, пожалуйста, как это все произошло? Так, в 19:15 я заходила в подъезд. Вот, у нас в подъезде немножко темновато, лампочки очень слабенькие, да? И там надо несколько метров пройти до лестницы, да? Вот, в этот момент кто-то сбегал по лестнице. Вот, ну я внимание обратила, иду под ноги, смотрю, потому что темновато. Вот, и когда я к лестнице подошла, он как раз бежал с лестницы, остановился мне, как даст глаз, и говорит, это тебе за ДК. Прям сказала? Да, 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 это тебе говорит за ДК. Но извините, я вот сейчас вижу, смотрю, это не просто удар кулака, тут... Сильный, что-то, да? Это что-то... Я их не видела. Я просто опешила, знаете, как тут... И дома-то никого нету, у меня уехали за грибами, муж с сыном. Вот, дочка в другой месте живет. Я уж никому не стала сообщать ничего, а утром встала сегодня, батюшки, какая я красивая, это ужас. И вот поехала с утра сразу к Данилову. Вот, они меня на машине отвезли в СМП. Там меня осмотрел, значит, челюстно-лицевой хирург, лор-врач и травматолог. Вот, снимочки сделали, написали, значит, исключение. Вот сейчас приехала... потом я поехала в администрацию города, зашла в общественную приемную. Я говорю, здравствуйте, они меня уже знают, потому что я давно дохожу, да? Вот, они меня все знают, я говорю, здравствуйте, вот, посмотрите на меня, они все опешили там. И там вел прием этот, как его, Семенов, замвладыкова по экономике. Вот, зашла к нему туда. Я говорю, давайте я даже ничего не заходить. Вот, я зашла к нему, показалась, он вообще в шоке был, шокирован. Что с вами? Я говорю, так. Ой, вообще, он сидел прямо, у него даже слов не находилось. Потом зашел там начальник торгового отдела Тимофеев. Вот, и солдатов тоже, зампе по торговле, да, Владыкова, Фасиха. Вот, все они меня видели. Я говорю, сейчас пойду к Владыкову. Владыкова, говорит, сейчас нету в данный момент. Вот, но я еще успею на это не попасть. Это надолго у меня. Завтра я иду, значит, судебную экспертизу. БСМП позвонили, значит, в этот, как его, в милицию. В милицию мне позвонили, сказали, приходи. Я говорю, хорошо, вот я приехал сейчас к ним. Сейчас поедем смотреть на как его, наш подъезд, где это произошло. То есть дело приняли, дело будет. Ну да. Везде сердце болит и вообще и голова болит. Не переживайте, мы теперь уже обратно пусть. Они подписались себе, конечно. Все?